Но этот зуб был гнилой, ему надо было выпасть. Давай, пошли рубить. Нет, минус башка. Что у нас там по грехам? 7-2. Грехи-то мне не прибавили случайно? Да, прибавились, блин. Привет, ребята, с вами Мовик, и приключения нашей маленькой грешницы продолжаются в игрушке Creepy Tail 3. Так, мы здесь выпали из кишки, взяли ножик, он же при нас. Да, ножик при нас. Тут чудило что-то качает. Так, и мы еще что-то можем взять. Берем. Фу. А чё фу-то? Что за дикость здесь происходит? Чувак что-то качает. Чё сразу дикость? Так, можем сходить наверх. Здесь нам нужно колесико. Оу, это чё, печень какая-то или что-то? По форме похоже на печень. Так, пошли сюда. Ага. Здесь нам ничего за это не будет. Так, можем взять... А, видимо, кость между зубов. Медленно, осторожно вытащить кость. Вырвать кость силой. Ну чё, будем грешить или будем делать добрые дела? Ваши ставки, господа. А можно вот так вот? Эх! Но этот зуб был гнилой, ему надо было выпасть. Выберусь отсюда, расскажу. Никто не поверит. Кому ты тебе рассказывать-то некому. Выберусь отсюда, расскажу. Никто не поверит. Так, но зато у нас есть кость. Тих, захавал. Ногу какую-то. Так, у нас есть три предмета. Ножик, кость и чеснок какой-то. Или что это? Дурно пахнущий чеснок. Крупная кость. Старый, ржавый и запачканный кровью поварской. Так, что у нас тут такое? Механизм какой-то. Кость. Что? Нет. Чеснок тоже нет. Ну и это да. Ладно, фигней какой-то страдаю. Так, здесь у нас тоже что-то... Какая-то крутилка-вертелка, шестеренка. Ладно, пошли во второй туннель. А вот и наша... Нужно искать другой путь. Какая дыра? В смысле? Иди туда, тебе говорю. Я хочу посмотреть на печень на эту. Здесь не пройти. Почему? Короче, я не знаю, что нужно делать. Сейчас пойдем применять. По башке, возможно, вот этому долбить. Что-нибудь-то нужно сделать. Ладно, с этим чувачком ничего поделать нельзя. Что здесь? Разделываю что-то ногу. Пошел ее жарить. Возможно, кость сюда можно засунуть? Я должен был спрыгнуть? Ты же не хотела сюда идти! Там что-то застряло. Надо подколопнуть ножичком. Костью? Нет. Что-то я не понял, а почему она тогда не шла сюда? Значит, здесь прыгнуть нормально. Какая-то дырка, смотри. Ладно, пошли. Оу, что это, блин? Давай будем сейчас костями махаться. Надо, наверное, ближе. А! Минус башка!
Чё у нас там по рукам-то? 7-2. Я согрешил тем, что выдернул кость, наверное. Во! Что-то у нас тут есть. Какая-то веревочка. Петь. Что произошло? Что-то, наверное, изменилось. Да блин, что-то могло измениться-то, ну. Нет, смотри, мы прошли все-таки здесь. Что? Нет! Этот кислотный дождь испортит мои прекрасные волосы! Хм. Что-то, наверное, изменилось. Мы подергали за какую-то фигню. И что-то, скорее всего, поменялось. Это не точно. Прости, чувак, я из-за тебя, грешок. Выберусь отсюда. Грешок на себя взяла. Давай чесночку, а? Видимо, погоди, я понял. Сейчас этот чувак ногу принесет. Да. И пока пасть раскрыта, нужно будет засунуть туда чеснок. Нет? А чё нет? Ну блин, такой план был идеальный. Блин, я не ту кнопку нажимал! Мы подобрали... Какая ё-моё, мерзость! Кусочек шестеренки. Давай еще берем с собой. Выглядит отвратительно. Но кто его знает, может и пригодится. Так, кусок печени забрали. Отлично. А шестереночку, конечно же. Блин, я не ту кнопку жал, какого фига? В инструкции было нажмите Q и нажмите Q. Какого фига? Давай, пошли рубить. Нет. Минус башка. Чесночку не желаете? О, что-то выкинул какую-то палку. Рычаг, мне кажется, я знаю откуда. Так, дальше. Дальше. Вот, кусочек печени давай. Ням. Вкусненько. О, что-то можем взять. Какой-то рог взяли. Так. Ну, а тебе, может, кость? Нет. Рог. Нет. Хм. Часть шестеренки. Короче, нужна какая-то вкусняшка. Которой у меня нету. Ладно. Погнали. Что вот это сделало? Ну, мы это сделали, и назад мы это переделать не можем. Однако... Там вон шестеренка, я вижу. Там шестеренка. Так, еще можем чеснока взять? Фу. Да, мы взяли чеснок. То есть можно сейчас в эту пасть закинуть чеснок еще. Но мне интересно, что нам дает рычаг. Ладно. Видимо, об этом мы узнаем чуть позже. Чесночка не желаете? А! Не понравился? Че? Обмен любезностями. Я понял. Пошли искать другую вкусняху. Какой-то привередливый рот у нас здесь живет. Ну, возможно, пока вот этот чувак спит, мы можем его зарезать. О! Так, давай запустим вот эту штуку. Железный рычаг. Я думаю, это отсюда. Окей. Так. Что произошло? Пока это происходило,
Я пошевелиться, в принципе, не мог. Кажется, здесь не хватает центральной шестеренки. А, мы для этой цели шестеренку собираем. Ну ладно, я понял. Окей, пошли сюда. Фига я что нашел. Восхитительно! Лифт установлен исключительно ради непрерывного цикла кормежки. Чувак здесь за рычаги дергает. Прикол. Нормально у тебя работа? Ладно, выходим. А чё, все эти швы можно подрезать да зайти туда? Мне вот интересно. А чё ты не хочешь резать? Давай режь. Как мне сюда пройти? О, кислоты набрали. Прикольно. Погнали теперь дальше. Отсюда-то мы не можем еще печени отрезать. Давай еще. Кровожадный. Кровожадный уж тогда. Печени еще откромсай немножко. Не хотит. Ну ладно, сейчас мы этого чувака, наверное, будем кислотой поить. Приветик, у меня для тебя кое-что есть. Что у нас там по грехам? 7-2. Ну это скорее всего из-за выдернутого зуба, кости, еще в этом духе. Так, ладно. Ой, какая мерзость, башмачкам твоим хана. Проход забит пищевыми отходами, сочащимися отвратительной липкой жижей. Круто. Что будем делать? Наберем жижи. Перед тем, как склеивать, неплохо бы сперва найти вторую половинку. Мы можем склеивать? Короче, здесь у нас склеиваются шестеренки. Пошли отсюда. То есть мы все ради этого делали. Почему нельзя вот здесь порезать, например? Ножик такая достает и ничего не делает. Как так? Наверное, по башке надо долбануть кого-нибудь костей. Например, вот этот чувак пока спит, по башке ему на. И ножик не достается. Странно. Так, ну что, кислоты еще набрали. Выпьем немножко, сюда. Может сюда мне полить? Да! Что? Зачем? Грехи-то мне не прибавили случайно? Да, прибавились, блин! Ай-яй! У нас кость разломилась на две штуки. Пока этот чувак отвернулся, мы заклинили. Так, теперь можем. Короче, надо было заклинить две штуки. Возможно, дело в форме костей. Да, надо было правильные кости воткнуть. О! Перестала течь жижа. Я понял, заклинили, короче, шестеренки. Пошли. Забираем нашу половинку вторую. Ура, блин. Запарился я. Ну, печень отросла. Это уже хорошо.
Ну-ну-ну-ну-ну. Раз, два. Интересно, что сейчас будет происходить? Когда мы вставим шестеренку? Это же должно происходить. Все. Лифт застрял. Никуда не едет. Ничего не получается. Зато чувак выспится сейчас. Нет, едет. А что, кости выпали? Ну ладно. Фиг с ним. Кажется, здесь не хватает центральной шестеренки. Да, да, да. В смысле? А, какого? Почему? Ну что? Дергай за рычаг. Что происходит? О! Не мясо. Тыква. Сейчас мы этого чувака будем полноценно кормить. С витаминками. О, смотри, пошел ход чеснок. Мне интересно, что будет сейчас с этим беззубым. О, что-то ему поплохело, видимо. Слегка. И чё? И чё? Чё это даёт? То есть... О! В смысле? Приехала тыква! И он пока ее нес, но превратилась в мясо, потому что я рычаг дернул. Вы прикалываетесь, что ли? Алло! Как это вообще? О, он все кости отжал! Ты офигел, это мои кости! Все, здесь больше ничего не нажимается. Странненько. Ну, смотрите, чувак несет мясо. Я дергаю рычаг. Сейчас приедет тыква. Нет мяса, смотри. А чё в прошлый раз такой прикол был странный? Он взял тыкву! Что это за бред? О! Рты пропали, смотри! Однако... Глава 5. Мост. Надеюсь, не из доминошек? А вот я. Чё, испачкалась вся, пока дошла. О, лошара! Эгрит, ты чего это решила не дожидаться ужина? Какой ужин? Я теперь неделю на мясо смотреть не смогу. Что такое неделя поста по сравнению с вечностью в аду? Моих братьев-работяг видела? Видела, ага. А почему у них зашиты рты? Они болтали слишком много, как ты? А ты мне нравишься, остроумная.
Может быть, и выберешься. Так, ну чё, давай, по пути добра пойдем. Мне не хватает добрых дел. Спасибо, надеюсь, выберусь. Мой тебе совет: не попадайся никому здесь на глаза. В особенности тетушке Зубная Боль. Здесь течет своя жизнь, или скорее смерть, а местным вы только мешаете. Путаетесь под ногами, докучаете расспросами. Вот Модест с детьми никогда не церемонился. Увидит ребенка, сразу обращает в камень и ставит во дворе в декоративных целях. И знаешь, многие сейчас стали следовать его примеру. И опять ногти себе на ногах давай грызть. Какая-то зубная фея здесь имеется. Идем по мосту. О, одноглазое дерево. Эй, ты чего? Решил разбудить филинов? Кого? Я просто иду. Ну да, ну да. Другой дороги-то все равно нет. Вот именно. А ты меня только отвлекаешь. Да может, я помочь хотел. Если хотел, то говори по делу или молчи. Имей в виду, филины любят детей, но по-своему. Повесит момент снов, и ребенок гибнет в кошмарах. Нет, я припоминаю. Это что, тоже часть твоей дурацкой игры? Не обижай млохов, и они будут к тебе добры. В этой, как ты выражаешься, дурацкой игре можно смыть с себя грехи, но немногим это удается. Так, давай. Мамочка, прости, я вела себя ужасно и не ценила твою заботу. Ага, уже раскаяние пошли, это хорошо, но слова еще нужно подкрепить и делом. Не реви, может, еще вернешься. Одному мальчику, я слышал, удалось сбежать. От филинов-то было дело. Или совы кто-нибудь. Оу. Филины не пускают чужаков. Их древо — неприступная крепость. Хотя, знаешь, кому придет в голову соваться к этим безумцам? Здесь тупик. И то верно. А где мой ножик? Все отжали. Есть способ обойти защиту. Мой кузен как-то пробрался к ним. Правда, с тех пор я его больше не встречал. Он уснул, наверное. Филины не пускают чужаков. Здесь тупик. И что за способ-то? Не грызи ногу себе. Так, я вижу кость. Наверное, вот эту кость мы можем подобрать. Нет? Так, мы из кишки выпали. Кишка у нас дышит, смотри. А что делать-то? Ну, видимо, этот рот-то мы и кормили там. Что ты? Собираем перья. О! Типа я филин? Здрасте. Свой-чужой. Мы обманули дерево. Офигеть. Какое-то оно доверчивое. Легковерное, я бы сказал. Ты на филина не похож. Древо. Ну, я помню филинов из прошлой части. Ты оставила бы себе немного? Серьезно? А че не берется кость? Давай, ну кость-то надо взять. Так, вот еще дерево. Угу! Там что-то должно быть, наверное. Или может туда что-нибудь можно спрятать. Ладно, ребятки, на этом, наверное, сегодня закончим. Такой дождь получился. Добрались до дерева, где мы уже были. Что здесь я делал в прошлый раз, я уже и не помню. Наверное, нужны вот эти штуки. Камни, что-то с камнями, по-моему, связано было. Так, здесь у нас сквозной проход. Да, вот сюда, скорее всего, нужно будет засунуть камень. Во.
Собрали. Мы забрали? Да. Светящийся камень. Да, что-то такое какое-то было у нас в прошлый раз. Скорее всего, нужно всунуть потом вот сюда. И на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.